Всем привет, дорогие зрители! Нашел видовую квартиру в районе Тосмур, недалеко от моря. В этом проекте у нас есть открытый бассейн, зона барбекю, генератор, детская игровая площадка, фитнес и сауна. И огромная просторная территория. Отсюда видно море. Видны горы и крепость Алания. Огромный один большой балкон. Также есть трубы для подключения отопления, если желаете. Очень холодно стало. Вид на крепость Алании. Вот. Расстояние отсюда до моря 400 метров. Ну, 420 метров максимум. Отсюда спускаемся немножко вниз. Рядом есть магазины. Это центр района Тосмур. Там банкоматы, Мигрес и тому подобное. Проект был сдан в 2009 году. Состоит она из двух блоков. Вот такой фасад у здания. Идемте дальше. Давайте и так покажу, что балкон очень большой. Ой, руки замерзли. Закроем. Так, квартира продается пустой, без мебели и бытовой техники. Жилая площадь в этой квартире 90 квадратных метров вместе с балконом, как минимум. Может быть и 95, и 100. Вот почти отдельная кухня. Здесь у нас прихожая. Так, с той стороны. Это у нас первая спальня. Угу. Здесь как минимум 10 квадратных метров. Может быть и 11. Так. Также выход на балкон. Высокий этаж, как 8-й. Тут у нас санузел. Мраморная мойка. Стоит накопительная система фирмы Arcelic, обогрев воды. И здесь душевая кабинка, но они ею не пользуются. Очень большой санузел. Также есть второй хозяйский санузел. Так, покажем. Высота потолков 208 сантиметров. Угу. Вот здесь душевая часть. Проточный водонагреватель стоит. Дополнительный. Тут только душевая кабинка. И огромная спальня. Как минимум 18 квадратных метров. Посмотрим на вид. Вот вид на крепость Алании и на горы. А также выход на балкон. Угу. Сейчас скажу. Дорогие зрители, Айдату 200 лир. Цена 85 500 евро. Пишите, звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90 555 064 91 10. Я спускаюсь вниз, покажу вам всю территорию и инфраструктуру. Не закрываем ролик, ставим лайки, комментируем и подписываемся, если все еще не подписались. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. Если вы желаете купить недвижимость в Алании, пишите заранее. Приезжайте в Аланию, привезите с собой деньги, мы откроем вам расчетный счет в банке и после будем искать квартиру вашей мечты. Я продолжаю съемку. Итак, дорогие зрители, на этаже 4 квартиры. Это лестничная площадка. А лифт вызовем. Тут пожарная лестница. Вместимость 6 человек.
пипи. Спустимся на нулевой этаж. Такой вот у нас вход в этот блок. Селам алейкум. Насса? Есть хиларус. Там у нас генератор. Здесь остановка для мотоциклов и велосипедов. Фитнес-сауна у нас тут. Сауна точно работает. Там есть также бильярдный стол, теннисный стол. Нужно сказать консьержу, чтобы открыл сауну. Здесь открытая парковка снизу большая. Зона барбекю. Детская игровая площадка. Вот у нас открытая большая парковка. Ого. Все, дорогие зрители, звоните, пишите по номеру. С вами был Агаси из Солнечной Лани, район Тосмур. Всем пока-пока.